весной, ждали летом, а он и не приехал. Люди скоро в город возвращаться будут, а мы с тобой только на дачу. Женя, закончишь уборку, запри квартиру, отправь папе телеграмму. Садись на поезд и сегодня же приезжай на дачу. Наш адрес Тургеневская, 16. Понятно? Понятно, понятно, понятно. Ты меня слышишь? Ну да, Тургеневская, 16. Ты меня должна слушаться, я твоя сестра. И я твоя тоже. Да, но я старше, и папа велел. Эх, папа, папа. Ладно. Раз папа все сделает. Садитесь по домам. И сюда без моего сигнала, чтобы никто ни ногой. Прямо, потом направо. А прямо и направо? Спасибо. Прямо, так и так. Ага. Скажите, как пройти на Тургеневскую? Тургеневскую. Ты глупая. Я не
ключ. А это... телеграмма папе. Я забыла ее отправить. Мой папа командир. Понятно? Ну, пусти. Ты лови разбойников и шпионов. А я... А я человек. Дура. Я сам немножечко пою. Я просто стоял и слушал. А вы могли бы слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор. Я через забор? Да нет, что вы. У вас там в углу выломаны доски. И я с улицы проник через это отверстие. Там? Там. А вон там калитка. И вот вы проникните, пожалуйста, через нее обратно на улицу. Понятно? Пожалуйста. Постойте. А вы здешний? Да. А вы кто? Вы артист? Нет, я инженер. Но в свободное время я играю на заводской сцене. Проводите меня до вокзала. Понимаете, я ожидаю сестру. Но только имейте в виду. Я ведь ничего не боюсь. Я просто не знаю здешних улиц, понятно? Последний поезд. А что же мне делать? С этой девчонкой хлебнешь горе. Вот если бы мне было не 19, а лет 40 или... Нет, 40 не надо. 19 лучше. Да вы не беспокойтесь, она приедет рано утром. Да, но ведь я ей приказал. А папа велел. Хорошо, когда у вас нет такого брата. Да, зато у меня есть один племянник, который стоит дюжина братьев. Разрешите прикурить. Михаил Квакин. Гроза местных садов и огородов. Здешний? Здешний. Я его мальчишку знаю. У них своя компания.
Захлопни крепче дверь, Тимур. Сюда за угол и первая улица направо. Спасибо. Не дури. Говори, что случилось. Телеграмму я папе не отправила, ключ от комнаты потеряла. Не говори глупости. Давай сюда ключ и квитанцию. Давай квитанцию. Глупые у тебя шутки. Тимур. Да. Тимур. Я без шуток не могу. Такая уж я веселая. Оля, ну за что ты на меня сердишься? Квартиру я убрала. Телеграмму папе отправила. Вот квитанция. Я старалась. Я устала. Я даже вчера полотенце выстирала. Да ну я тебя вчера ждала, все ждала. И потом папа велел. Олечка, что папа? Я тебя и сама люблю. Хочешь, я для тебя? Крыша спрыгнет. Женька, не дури. Пойди лучше умойся и завтракать будем. Оля, Бог есть? Нет. А кто есть? Отстань, никого нет. Оля, а кто такой Тимур? Тимур? Это царь такой, злой и хромой, из древней истории. А если не царь, и не из истории, тогда кто? Не знаю. Да что ты ко мне пристал? На что тебе этот Тимур сдал? А на то, что я этого человека, ой, очень люблю. Ой, кого? Что ты бормочешь? Вот подожди. Тут приедет папа, да. От твоей любви разберется.
Это что такое? Куда ты? А ты куда? Надо. Мы с тобой знакомы. Я Тимур. Ты Тимур? Да. Это ты послал за меня телеграмму папе? Ну да, я. А что это все значит, а? А вот оставайся с нами. Садись и слушай. И тогда тебе все будет понятно. Завтра на рассвете, пока люди спят, мы с тобой восстановим порванные ею провода. Он проспит, он встает только к обеду. Клевета, я встаю с первым лучом солнца. Он когда волнуется, всегда заикается. Я не знаю, какой луч у солнца первый, какой второй. Он проспит обязательно. Я его разбужу сам. Давайте к делу. В саду дома номер 24 ночью неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. Дом красномейца Крюкова? Да. Кто у нас бывший специалист по чужим садам и яблоням? Я. Кто это мог сделать? Ребята из компании Мишки Квакина. Это их работа. Опять Квакин. Артем, у тебя с ним разговор был? Был. Ну? Ну? Ну-ну. Дал ему два раза по шее. Ну, а он? Ну и он мне по затылку стукнул. Эх, у тебя все по шее да стукнул. А толку никакого. Ладно. С Квакиным у нас разговор будет особый. Дальше. Симаков. В доме номер 23 по косому переулку пропала коза. Я иду и вижу, старуха девчонку колотит. Я ей говорю. Короче. Я ей говорю, тетенька. Ведь не по закону. Она плюнула, а девчонка бежать. Я ей говорю, я за что? Она говорит, коза пропала. Обгрызла мочалку и провалилась, как будто ее волки съели. Идем. Дом красноармейца Ковалева. Девчонка его дочь зовут Нурка. Вилла ее бабка, как зовут, не знаю. Коза серый, со спины черный. Короче. Зовут? Ну, зовут Манька. Козу разыскать. Пойдет команда. 4 человека. Симаков, Евдокимов, Тюрин и Горшков. Все. Дом номер 32, девчонка плачет. Что же она плачет? Спрашивал, не отвечает. А велика ли девчонка? 4 года. Вот еще беда. Как бы человек. А тут 4 года. Чей дом? Дом лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Так. Это я сам. Вы к этому делу не касайтесь. Вижу. Что ж ты видишь? Когда они на учение скачут, когда на парад, а когда еще куда. Эх, помчались. Ребята,
красную. Красную армию. Да, Тимон. Этого нам нельзя. Как нельзя? А почему раньше мальчишки на войну бегали? То раньше. А теперь всем командирам приказано гнать нашего брата по шее. Как по шее? Это своих-то. Да, вот своих-то. Тимка, на горизонте показался Мишка Квакин. Выслать команду? Не надо, я иду сам. Никто не выходит. У калитки в поле моего зрения неизвестная девица красивого вида покупает молоко. Это твоя сестра. Да. Ты смотри, не вздумай ей отсюда крикнуть. Тоже мне начальник. Не лезь к ней, она тебя поколотит. Меня? У нее что? Когти? А у меня мускулатура. Вот ручная и вот ножная. Она тебя поколотит вместе с ручной и ножной. Ну ты! Жесть! Здорово, комиссар. Здорово, атаман. Куда торопишься? Тебе навстречу. Рад гостю. Только угощать нечем. Разве яблочко? Краденые. Это Мишка Квакин, хулиган и безобразник. А другого не знаю. Тоже, наверное, ягода. Вы от них вашу Женю держите подальше, а то добра не будет. А ты вчера на доме номер 8 такую звезду видел? Видел. Ну так вот, если еще раз такой знак увидишь, беги от него прочь, как будто тебя кипятком ошпарили. Ой, комиссар, какой ты горячий. Ой, атаман, какой ты упрямый. Поговорим. Поговорили. Передай своим, что этот разговор был у нас последний. Ультиматум. А что такое ультиматум? Это такое международное слово. Бить будем. Так вы и написали. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак. Красная звезда. Пиши крепче, смелее пиши. Я пакет сам передавать буду. Хорошо, пишу крепче. Музыка. Вам что надо? Ультиматум! 24 часа вам дано на размышление. Завтра в этот же час я приду за ответом. Давай. А что будет завтра? Жили, жили, и вдруг труба. Гроза. Какая гроза? Это я, братцы, ничего не понимаю.
Тебе что надо? У, бесстыдник. Все хулиганите. А какая мать моя коза была? Голубь, а не коза, ну голубь. Голубь. Так начнешь шурять рогами, так не знаешь, куда деваться. Ну, молчи, Нурка, молчи, разение бестолковое. Ну, конечно, коза была с характером. Я ее козочку-то ведь продать хотела. Бывало, так и норовит рогами бок двинуть, да. А топеречь-то и нет ее моей голубушки-то. Нет. Я коза-коза, всех людей гроза. Кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить. А коза-то не наша. Это ты мне сегодня утром цветы на крыльцо положил? Нет. Ну, это, наверное, кто-нибудь из наших. Кто? Не знаю, это не я. Вон к вам идут какие-то люди. Ну, здесь кончено. Сегодня какая еще работа? Сегодня? Так сегодня ждем ответ на ультиматум. Они вместо ответа вас не поколотят? Посмотрим. Чего ты такой лохматый? Колючки какие-то, репи. Интересно, Тимур, почему тебя моя сестра не любит? Женя! Зачем он приходил к тебе? Так ты мне не скажешь? Не скажу. Это не моя тайна. А чья же? Может быть, военная? Да, военная. Так знай же, что этот мальчишка просто хулиган. Оля, я тебе знакомых не выбираю. Евгения, ты глупа. Вот приедет папа, жалуй. Но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой, то мы тотчас же уедем отсюда в город. Понятно? А ты знаешь, что слово у меня твердо. Да, мучитель. Это я знаю. Вот возьми и читай. Значит, что из этого дома ушел человек в Красную армию. И с этих пор этот дом под нашей охраной и защитой. А у тебя отец тоже командир? Да. Значит, ты под нашей охраной и защитой.
вот эти. Я его в саду задержу. То есть здесь я пойду один. Ответ давайте быстро. Пожалуйста. Сядьте. Стой! Давай. Такие ультиматумы надо бить по шее. Но мы люди добрые. До ночи вы будете сидеть здесь. А за это время мы обчистим от яблок тот же самый сад. Наголо. Нет, это по-вашему не будет. Не будет. Что? Не будет? Хайли. А может будет? Ну так посидите, подумайте. Ну как, по-вашему или по-нашему выйдет? Садитесь, я подвезу. Я ехал, увидел вас. Я думаю, предложу, если по дороге. Неправда.
Вы поджидали меня нарочно. Верно. И спрашиваю. Девочка, тебя как зовут? Я говорю, Женя. Ага, говорит он. Это твою сестру зовут Толя. Женя, инструмент не трогай. Очень хорошо, говорит он. Твоя сестра играет. Ты не знаешь, она не хочет учиться в консерватории. Нет, говорю, она уже учится по железобетонной специальности. Он мне говорит, а я ему говорю, бе. Очень чудной дяденька. А он тебе нравится? Счастье. Наша в беде всегда выручает. Пошли! Пошли! Повтори сигнал по шестому проводу, там не отвечают.
Хулиганить мастера, отвечать боитесь? Где Гейка? Здесь Гейка. Веди людей на место. А если не пойдут? Так хватайте за руки, за ноги, тащите, как икону Богородицу. Есть. Пошли! Пленных не бить! Михаила Квакина ко мне. Развязать. Ну что, Мишка, по-вашему или по-нашему вышло? Эх ты, горе-атаман. Больше ты никому не страшен и даже им не нужен. Ступай. Очень хорошо. Возьми вот это, вот это. Дедушка, идем домой. Мама ждет, папа ждет. Самовар давно выкипел, а тебя все нету. Постой. Понятно. Но я не вижу подписи под этим приговором. Кто был судья? Какая выездная сессия? Это, дедушка, не выездная, а выпрыгная. Очень ты, дедушка, любопытный. И почему это мне нисколько не интересно? Значит, сегодня в город едем вместе. Но я не знаю, куда ты пропала, Женька. А у нее я сегодня нашла вот что. Попадись мне этот мальчишка. Я ему покажу, никого не бойся. Видели? Вон он, этот негодный, отчаянный мальчишка. Понятно? Да, но вы знаете, этот отчаянный мальчишка мой племянник. Тимур ваш племянник? Да. И вы все знали и молчали?
Я сегодня с вами в город не поеду. Понятно? Женя! Женя! Эту записку моей сестре писал ты? Да. Ты хулиган. Ты негодный мальчишка. И ты не смеешь больше подходить к моей сестре. Понятно? Здорово, комиссар. Я вижу, что сегодня скучен. Здорово, атаман. Да, мне сегодня не весело. Гордый. Ну чего? Чего рот разину? Эх ты, фигура. Вы Женю не видели? Видели. Тебя ищет твой дядя. Он, кажется, сердит очень. Уйди. Я знаю. Тим, ты вернешься? Не знаю. Знаешь, когда человек прав, он не должен бояться ничего на свете. Оля? 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 Я с тобой не разговариваю, понятно? Там ты должна знать. Я с тобой не разговариваю. Я сегодня еду в город, а ты? Да ты можешь гулять, хоть до России. Но скоро приедет папа, и он все узнает, все. Да-да, это он, а не ты все узнаешь. Ребят, вы Тимура не видали? На него из-за тебя сердит дядя. Вот так ни за что и пропадают люди. Женя, где Оля? Она уехала в город. Женя, я должна ехать встречать с поезда маму. Я оставлю у вас дочурку. Можно? Конечно, можно. Кладите ее на мою кровать, а я лягу на Олиной. Женя, иди сюда скорей. Сейчас, подождите. Я сейчас! Иди скорее. Да что у меня от вас нет ни минуты покоя? А ты играй. Она спит крепко. Ей только нужно почаще подушки поправлять. Это твой папа? Мой. Оля, вам телеграмма. Спасибо. Папа. Ну, пошел, ну, туда, давай. Давайте еще раз. Смотрите меня. Буду сегодня от 12 до 3. От 12 до 3. Жаль, что не удалось повидать Женьку. Очень жаль.
Оля, ты плачешь? Мне ее жалко. И почему она не приехала? Она тебя так ждала. Теперь она совсем с ума сойдет. Она и так как сумасшедшая. Это в город последний. Как последний? А когда пойдет следующий? Следующий только утром в 3:40. Что с тобой? Девочка, может быть, я тебе могу чем-нибудь помочь? Нет, мне теперь никто на свете помочь не И Женя? Да, я один. Дядя уехал в город. Прийти к тебе? Зачем? И ты не можешь повидать папу? Ты плачешь? Нет, я слышу, ты плачешь. Не смей, не надо. Я приду скоро. Все, что мы делаем. И вот зачем мне сейчас нужен ваш Коля. И все это правда? Это только одна правда. Вот звезда.
Вставай. Тебя ждет твой товарищ. Вставай. Тебя ждет Тимур. Тимур, я встал, он послал, и я сам же ничего не понимаю. Я пропал. Дядя мне этого никогда не простит. Ну ты не сердись. Иначе поступить нельзя было. Он приказал, чтобы мы спустились и ждали здесь у калитки. Зачем? Я не знаю. У меня, Женя, в голове какой-то стук и гудение. Жила ты солдатская служба. Нет тебе покоя ни днем, ни ночью. Ты останешься здесь и будешь охранять спящую девочку. Помни, за нее ты отвечаешь перед всей нашей командой. Есть. Садись, Женя. Сам не ожидал очень. Ты передай ей все, что я тебе говорил. И ты сама, Оля, не жми на нее крепко. Не надо. Не такой у нее характер. Ты скажи, что мы вернемся очень скоро. Что ей нельзя плакать, потому что она дочь командира. Все равно будет. Я дочь командира. Я тоже буду плакать. Ты
Хорошо сделала. Молодец ты у меня, Женька. Женька, ты вся в грязи и лицо черное. Как ты сюда попала? Пойдем. Куда? Пойдем. Не домой надо, дядя ругаться будет. Папа, это Тимур. Мой милый, хороший товарищ. Ну? Здравствуй. Здравствуйте. Ну, Женечка. Мне пора. Пап, твои часы спешат. Нет, детка, это точно. Я сейчас проверю. Три часа, 4 минуты. Они спешат только на 1 минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал. Нельзя, Женя. Почему? Мне там некогда будет. Ведь у тебя же билет есть. В мягком. В мягком. Ой, как я хотела бы с тобой поехать в мягком. Погоди, негодный мальчишка. Я с тобой разделаюсь. Это ты? Завтра же я отправляю тебя домой к матери. Ну, дядя ж, я... Хватит! И так за тебя все жалуются. Ты мальчишка, и ты не смеешь меня самовольничать. Стучите и не кричите. Он не виноват нисколько. Идемте со мной, я вам все объясню. А с ним пока не разговаривайте. Хорошо, Оля. Но идти я с вами не могу. У меня сегодня очень важное дело. Это что? Новая роль тоже? Нет, это на самом деле. Я ненадолго. Зашел проститься. Ой, Танька! Знаешь что, пойдем провожать твоего дядю всей командой. Давай подадим по форме №1, по всем проводам позывной сигнал общий. Это будет переполох. Не надо. Почему? Не надо, мы так никого не провожали. Ну, не надо, так не надо. Вы тут посидите, я сейчас. Ты чего? Да я ничего. А молодец все-таки наш человек Женька. Внимание! Подаю по форме №1 позывной сигнал общий. Что ты делаешь? Сумасшедшая!
как же Тимур? С кем он теперь останется? Скоро приедет его мать. Я ее вызвал по телеграфу. Ну, мне пора. Вы меня проводите до вокзала? Оля, мы все пойдем его провожать. Посмотри! Молодец, Женька! Ну, провожать? Так провожать с музыкой. Ой, здорово, смотри, вся команда собралась. Ребята, как здорово! Вся команда прогулку. Дура! Это они провожают командира Красную армию. Здравствуй! Здравствуй. Иди ближе! Чего стороной ходишь?